Согласно преданиям, предки башкир пришли на Южный Урал, следуя за вожаком волчьей стаи. Так возник их этноним. Башкорт означает «главный волк». На протяжении веков башкирский народ пополнялся за счет различных племен, в избытке поставлявшихся Великой степью. К эпохе позднего Средневековья насчитывалось около 40 башкирских родов. Они были рассеяны по территории всей исторической Башкирии, от Камы до Тобола. В нашем фильме мы расскажем об одном из них. Этнография башкирского народа чрезвычайно разнообразна. Многие его родовые подразделения населяют территории, находящиеся вне пределов Республики Башкортостан, но на территории исторической Башкирии. В этногенезе башкир они сыграли не менее важную роль, чем остальные. Тому примером история башкирского рода Салгют. Башкиры рода Салгют населяют ныне в основном Кунашакский и Каслинский районы Челябинской области. Древнейшая история башкирского рода Салгют восстанавливается по многочисленным источникам Средневековья, в которых описывается возвышение дома славного Чингисхана и приводятся сведения о различных монгольских племенах. Тайная история монголов сообщает: предком Чингисхана был Барте-Чино, родившийся по изволению Вышнего неба. Супругой его была Гоа-Марал. Кочевали они у истоков Анон-реки на Бурхан-Халдуне, а потомком их был Бата-Чиган. Сокровенные сказания монголов достаточно хорошо изучены и историками, и филологами. Очевидно, это жанр, который называется устной историей или родословной, которая включает в себя и важнейшие исторические события того или иного рода. Реки Анон и Керулен несут свои воды по территории северо-восточной Монголии. В междуречии этих рек и обитали далекие предки монголов. Здесь родился легендарный Дабун-Мерген, потомок упомянутого Бата-Чигана в 10-м поколении. Он женился на Алан-Гуа, считавшейся прародительницей ряда ведущих монгольских племен. Тайная история монголов рассказывает: долго ли, коротко ли, Дабун-Мерген скончался. После смерти Дабун-Мергена Алан-Гуа, будучи безмужней, родила трех сыновей. То были Бугу-Хадаги, Бухату-Салджи и Баданчар-Простак. Как объясняет предание, она родила их в результате непорочного зачатия. Каждую ночь через дымник юрты к ней спускался светло-русый человек, свет от которого проникал в ее чрево. Это древнее монгольское сказание отразилось в башкирском фольклоре. Просто так в родовых преданиях ни один персонаж не упоминается. Если в качестве родоначальника упомянута Алан-Гуа, значит, эти башкирские племена напрямую восходят свое происхождение к этому предку. Русский лексикограф Владимир Даль долгое время служил в Оренбургской губернии, где имел возможность познакомиться с фольклором башкир, коренного населения края. В сказках и песнях их поминают родоначальником дивного Чингисхана, коего предок рожден девственницею от наития солнечного луча, а сам он, Чингис, вдовою Алангу, которую также посетил луч солнца. Владимир Даль, «Башкирская русалка». Показателен факт того, что башкиры еще в XIX веке хранили в своей устной традиции монгольский эпос. К сожалению, Владимир Даль не указывает, с чьих уст были записаны предания об Алан-Гуа, прародительнице монголов и самого Чингисхана. Но если следовать логике, то это могли быть представители родов Барын или Салгют. Воспоминания части башкир о родстве с самим Чингисханом не являются преувеличением. Согласно тайной истории монголов, сын Алан-Гуа Баданчар стал родоначальником родов Барын, Барлас, Мангыт, Борджигин
а его брат Бухату Салджи – родоначальником племени Салджиут. Племена башкирские, которые впоследствии вошли в башкирский этнос, в частности племя Сальют или Салджиут, как они назывались у монголов, восходят к первопредку по имени Салджи, тоже, кстати, рожденному от какого-то мифического персонажа, как говорила сама Алангуа, человека, который спустился по лунному лучу в юрту и потом покинул ее уже в качестве желтой собаки или желтого волка. То есть, опять-таки, достаточно интересная параллель, в которой ряд башкирских племен фактически восходит к тому же предку по мужской линии, что и племя Чингисхана. Салджиут и Барын – подразделение монголов-нерунов, входящих в число аристократических родов Золотой Орды, Крымского, Казанского и Сибирского ханств. В составе башкирского народа известны под названием Барын и Салют. Таким образом, все эти выдающиеся и знаменитые роды – Салджиут, Барын, Барлас и Барджигин – восходят к Алангуа и являются родственными между собой. Отмечается, что Алангуа фактически являлась по женской линии родоначальником всех основных монгольских племен. И, в частности, отмечается, что именно от Алангуа родились 5 сыновей, которые стали родоначальниками, в том числе и племени барджигинов, из которого потом, так сказать, выходит сама фигура Чингисхана. Притязания Чингисхана на роль объединителя и повелителя Монголии были встречены в штыки со стороны предводителей других монгольских племен, особенно со стороны монголов-нерунов. Оно и понятно, являясь родичами Чингизов рода, они считали себя не менее достойными быть новым гегемоном Азии. После разгрома рода Тайджиут против Чингисхана восстали салджиуты. Именно неруны стали главным противником создававшейся империи Чингисхана. И здесь ключевая роль как раз принадлежала таким племенам, как Сальют, Салджиут и племя Кунград, которые и объединились именно с целью борьбы против поднимающегося Чингисхана. Чингисхан одержал победу над своими врагами и объединил Монголию для дальнейших походов. Историк 14 века при дворе иранских чингизидов Рашид ад-Дин приводит интересные сведения о салджиутах и об одном из выдающихся салджиутских полководцах. Это племя ответвилось от среднего сына Алангуа, имя которого было Букату Салджи. К их племени принадлежит много эмиров, однако значительное количество их было перебито вследствие того, что во времена Чингисхана они против него часто восставали. В настоящую эпоху из этого племени был один эмир по имени Самуке. Несмотря на то, что он не был предводителем войска, однако Чингисхан несколько раз давал ему войско и посылал его по весьма важным делам. Рашид ад-Дин, Джами ат-Тавих. В 1211 году Чингисхан во главе 100-тысячной армии вторгается на территорию империи Цзинь. В нескольких сражениях он и его полководцы уничтожают костяк миллионной китайской армии, а затем посылают 50-тысячный кавалерийский корпус для взятия северной столицы империи Цзинь. Рашид ад-Дин рассказывает: Чингисхан послал с войском, состоящим из монголов, Самуке Бахадура из племени Салджиут и Мин Ана из народа Джурдже. Они отправились и привели эти войска. Затем совместно осадили город Джунду. Упомянутый город Джунду и был так называемой северной столицей империи Цзинь. Ныне это Пекин. После его падения Самуке Бахадур и Мин Ан отправили в монгольскую ставку посла со словами: «Мы, благодаря счастью Чингисхана, взяли город Джунду».
Империя Цзинь окончательно пала в 1234 году, после того, как сын Чингисхана Угидей-хан захватил южную столицу, город Кайфэн, осаждавшуюся Самукэ-Бахадуром 18 годами ранее. Среди башкир-салжиутов до сих пор бытуют предания об их борьбе с сибирскими ханами. Насколько достоверны эти предания? Происходя от монголов-нерунов, беки-салжиутов, так же как и Мамай, Идейгей, и Тамерлан, оспаривали право за власть у рода Чингисхана. В начале 15 века в Башкирии и Сибири правил хан Махмуд Хаджа, который вел жестокую политику подавления княжеского сепаратизма. Историк 16 века Утимиш Хаджи писал: «Он был могущественным и известным ханом. Собрав племена области Тура, он воевал против туменов, кунград и салжиут и, одержав над ними победу, подчинил себе государство». Область Тура соответствует территории Сибирского ханства. Поэтому упоминающийся в башкирских преданиях термин «турахан» обозначал сибирских ханов. Сибирь хан, ханство, Казан ханство, килип, бенда ясак, тулятырга кушып, бигрек интиктиргендер, но бер вагыттала биришмегендер. Был халык батыр булган. Как утверждает Ахмед Заки Валиди, прах хана Махмуда Хаджи покоится в мавзолее Тура-хана, который находится в Чишминском районе Башкортостана. Потом, когда Кучум начинает завоевание сибирского юрта, именно салжиуты выступили основными противниками Кучума и вообще рода шайбанидов. И не случайно потом именно из Сибири начинается миграция салжиутов на запад, то есть на территорию Восточного Зауралья. Во второй половине 16 века в Сибирь, где вновь восторжествовали беки из местных династий, вторгается родственник прежнего хана – Махмуд Хаджи – Кучум, чтобы восстановить власть чингизидской династии. Есть эпос «Сукан-Батыр» называется. Там говорится, что салжиуты воевали против кучумханских войск. Несколько лет это продолжалась борьба. В одном из боев погиб этот Сукан, и про него вот сложили ли... Народ сложил кубаир Сукан-Батыр, называется. Башкирское сказание «Сукан-Батыр», по всей видимости, отражает реальные исторические события про то, как против хана Кучума выступил салжиутский богатырь по имени Сукан. «И когда на край салжиутов, что богат был табунами, чтобы их угнать напали воины Кучума-хана, кунью шапку заломив, лук с колчаном нацепив, мчал он в бой своих собрав, аргамака оседлав». Салжиуты – это особый народ. Они рослые, сухопарые, в основном сильные люди. До сих пор они сохранили свою культуру, свой древний язык. Это вот другие даже вот говорят, если в Башкирию приедешь, говорят: «На каком языке вы говорите?» Наши дети даже говорят: «Мы говорим на чистом древнем башкирском языке». Даже хвастаются наши дети. Салжиуты поселились на Урале, по всей видимости, в 13 столетии. Этот же период нужно считать временем вхождения этого племени в состав башкирского народа. Голландский картограф 17 века Исаак Тирион на карте Московии из башкирских волостей удостоил своим вниманием улусы Терсяк, Сынгрян, Бикатин, Айле и Салжут. Бедем Кумсак районында иң күп халык яшәгән ул башкорт рудары. Уларның арасында менә Халют, бедә удара, уд халкы бедә арасында Халют дип атабыз. Булай Салют, Салжут дип айталар инде. Шул халык яшәй. Племенное название салжиут трансформировалось в форму салют, так как в башкирском языке согласный «ж» заменяется «и» кратким. В реестре башкирских властей, составленном в 1730 году Уфимской провинциальной канцелярии, говорится: «Волость Чалжиутская за Уралом, по озерам и по речкам, близ уктузских заводов». Первыми поселенцами нашего края были башкиры,
сальджуты, тюрко-монгольского происхождения. В 13 веке они были разбиты Чингисханом, бежали на запад, Прикаспие, Алтайский край и Уральские горные склоны. Затем они поднялись по реке Чусовой, что в Свердловской области. Поэтому в современное время в Свердловской области сохранилось очень много названий рек, озер, поселений именно салютского происхождения. Уктузский завод, ставший затем поселком Уктуз, давно слился с Екатеринбургом, из чего можно видеть, насколько далеко на север распространялись земли башкир-салютов, на которых, собственно, и находится столица Свердловской области. Заводская и крестьянская колонизация Зауралья шла быстрыми темпами. Башкирские земли подпадали под конфискацию, а башкиры вытеснялись в степи. Роду салютов также пришлось под давлением разрастающейся горной промышленности Урала уходить с насиженных мест вглубь своих территорий. И уход этот был далеко не мирным. В годы башкирского восстания 1735-1740 годов одним из предводителей повстанцев был Исенгул Мамбетов. Исенгул Мамбетов – башкир-вотчинник Салжуутской волости. Имел духовное звание Абыз. Исенгул Абыз примкнул к батыру Юсупу Арыкову, главному предводителю башкир Зауралья. Власти Сибири докладывали в Сенат. Вор Юсуп Селзиутской волости Исенгул Абыз, Терсятской Бакшурга Назаров, Каратабынской Арык Исенбаев, собравшись со товарищи, ворами-башкирцами, в 1200 человеках ходили воевать на русские жилища по Миасу реке. И при них три пушки. В 1737 году Исенгул Абыз был захвачен в плен и приговорен к смертной казни. Байзит аулы салют аруларының иң түп, иң бұрынғы аулдары деп есептелінә. Сөнке менә тарихи язмаларда сол тирелерде, сол жерлерде орналасқан деп менә тарихи карталарда Исенгул қарт деп есептелінә инде. Хабар ителә. 1737 елда сол тирелерде менә Исенгул қарттың йорты болған деп әйтелә инде. Икенче төрле карталарда Исенгулов Бротта дип булар әйтелә инде. Ул мин фикеремсә Исенгул карт ошо авылда йорты булгандыр инде аның. У Исенгула Абыза был сын Максют, у которого, в свою очередь, родился сын Баязид, имя которого сегодня носит аул Баязид Кунашакского района Челябинской области. Далеко не все башкиры были отчаянными бунтовщиками. Многие искренне пытались оставаться в фарватере верноподанства. Но, как правило, надежды верных башкир на покровительство правительства никогда не оправдывались. Верховная власть принимала их лояльность за слабость и нисколько не считалась с ними. Одним из видных башкир-салжиутов, сохранивших верность престолу, был Сали Бускунов. Сали Бускунов – башкирский сотник Салжиутской волости. Рудознатец и рудопромышленник. Занимался геолого-разведкой. В 1763 году по его ходатайству 20 башкир Салжиутской волости получили разрешение Сената на разведку руд за реками Уй, Ишим и Табул. Сали Бускунов с товарищами занимались добычей руды, которую поставляли на железноделательные заводы Демидовых. Однако их бизнес рухнул, когда в 1762 году вотчинные земли и угодья салжиутов были захвачены заводчиком Алексеем Турчининовым. Башкиры обратились с челобитной к императрице Екатерине II. Однако жалоба башкир не дошла до адресата, увязнув в бюрократических проволочках, после чего прямиком отправилась в архив. Не случайно, когда вспыхнула Пугачевщина, одним из подвижников Пугачева стал Тышкан Дербишев, компаньон Сали Бускунова по рудному бизнесу. Тышкан Дербишев – башкир Салжиутской волости. По всей вероятности, проживал в ауле Дербиш Аргаяшского района Челябинской области. Пугачевский полковник.
Действовал в Исетской провинции и Екатеринбургском ведомстве в районе Каменского завода. Наряду с Тышканом Дербишевым одним из руководителей повстанческого движения в Исетской провинции был внук уже упоминавшегося Исенгула Абыза, Баязид Максютов, так сказать, потомственный бунтовщик. В феврале 1774 года сводное башкиро-казацкое войско захватило Челябинск, выбив из провинциального центра генерала де Колонга. Во взятии города участвовал, по всей видимости, и Баязид Максютов. Баязид Максютов – башкирский старшина Салжиутской волости. В мае 1774 года по приказу Емельяна Пугачева ездил с дипломатической миссией в Среднюю Казахскую Орду. Миновал век 18-й, шедший под знаком антиправительственных восстаний. Наступил век 19-й, основным содержанием которого для башкир были войны с внешним врагом во славу России, несмотря на синхронное расхищение башкирских земель. Век 20-й венчал собой 200-летнюю борьбу башкирского народа за свои права. Вновь образованная Башкирская Советская Автономная Республика состояла из нескольких кантонов, в числе которых был и Аргаяшский. В его состав входила территория двух районов нынешней Челябинской области – Аргаяшский и Кунашакский. Однако в 1930 году Аргаяшский кантон был упразднен, а в 1934 году его территория была включена в состав Челябинской области, что неблагоприятно сказалось на судьбе местного башкирского населения. Был ауылдарға бетінлігай мен айтерным ихтивар юк деп. Юлдары яңы башанды, телефонизация булманы әлігі тіклім. Но мен ойлайым, но мәктеп бүрі ауылында қалды хақланып, 10 жылдық мәктеп болып қазір ханала, Абайыс ауылында шыл шитой айдардың бірінде ұқыталар енді. Одним из крупнейших селений башкир-сальютов является село Буре или Бурино, основанное в 1698 году. Буринская средняя школа – единственная во всем Кунашакском районе, где преподается башкирский язык. Особенно тяжелые последствия для башкир Кунашакского района имела авария на предприятии «Маяк», произошедшая в 1957 году. Она стала второй по масштабам после Чернобыля ядерной катастрофой. Десятки башкирских деревень, находившихся поблизости, пришли в запустение. К примеру, сегодня не осталось ни одного аула башкирского рода Бекатин. Баязид ауылына, Кубагыш ауылына, Халит ауылына шыл Каси ягынан, Касийский район инде, Маякта авария болгас, бүтө көшерділер. Улардың көшергес те, мен йорттарын айтам, шитой гына, хамында тұрашылар. Бір ниндей де ярдан болманы бұл халқа. Хазір көбіхі Сыртловскийга, Челябіге, ара-тире өздерін баллары артынан кита башанылар. Хазір яшсер йоқ. Біздің мына бұл бүрі мәктәбінде оқидарын әлік 200-400-лері барыны бір вақыт оқбалар. Қазір әйімі хиқан 6 оқысығына. Мына бұл көрхәті, үшті бұл ауылдар юғала, неғалір кәмей. В свое время у Башкортостана были также отторгнуты Еланский и Токчуранский кантоны, включенные в состав Курганской и Оренбургской областей соответственно. Для властей, которых вопрос сохранения башкирского населения своих территорий, понятное дело, не стоит в числе приоритетов. Поэтому Республика Башкортостан обязана оказывать башкирам, живущим за ее пределами, всестороннюю помощь. Ведь она единственное место на земле, где башкиры могут реализовать свои конституционные права на культурно-национальное развитие. Башкиры рода Сальют ныне проживают в селениях Бурино, Баязитово, Кубагушево, Бараково, Ихсаново, Серкино, Мурино,
Маян, Казакбаева, Халитова, Кунакбаева, Султанаева, Иркабаева Кунашакского района, а также в аулах Большой и Малый Кызыл Каслинского района Челябинской области. Этноним «Сальют» отразился в названиях одноименных деревень Сальзигутова в Мечетлинском и Кармаскалинском районах Республики Башкортостан. Перед нами прошла многовековая история башкирского рода «Сальют», который насчитывает, казалось бы, всего ничего, каких-нибудь несколько тысяч человек. Потеряя их, а такая опасность существует, башкирский народ, конечно же, не иссякнет количественно. Но он потеряет что-то очень важное, связующее его с духом и сутью прошедших столетий и делающее его неповторимым на лике земли.